Desert Eagle. 10 рублей в день. Ёмки, как, сука. Так, играю за Гекарима. В лес пойду. Так. Ну, сразу вот я обычно вот сюда иду, двух каменюк убиваю. Сейчас мне помогут, конечно, вот. Гекарим, сила атаки Гекарима увеличена на 15% от его доп. Скорости передвижения, видите? То есть, это вообще прикольно, это, наверное, единственный чемпик, у которого сила атаки увеличивается от дополнительной скорости передвижения. Это единственный чемпик, которому реально скорость передвижения надо качать, да? То есть, для него полезно будет. Кьюшка. Гекарим режет ближайших врагов. Кстати, миньонам уменьшенный урон наносится. Ну, ясно, это как обычно. Так, Вэшка. Гекарим наносит магический урон. В течение 4 секунд 7 ближайшим врагам. Кроме того, Гекарим восстанавливает себе здоровье. Видите, то есть плюс еще хилка. Ну, сначала я Кьюшку качну, потом Вэшку. Ешка. В течение 4 секунд Гекарим постепенно ускоряется. Может проходить сквозь бойцов. Его следующая атака отбрасывает цели, наносит ей бла-бла-бла урона. Ульта. Гекарим призывает, видите, как бы рывок делает вперед и устремляется вперед, нанося 150 дамага. В конечной точке пути возникает ударная волна, оставляющая окружающих врагов. Короче, ужас делает. Окей, я понял все. Давай. Все, СПС, дальше я сам. Отлично, люблю, когда в лесу вот помогают, потому что иногда бывает нубы в лесу помогают, когда они убивают этих каменюк. А тут, видите, пацаны нормально играют, они у меня как бы, ну, не застилили этих камней. Кьюшка почти по КД, видите, юзается очень удобно. Хороший, кстати, отхил идет с вэшки. Хорошо. Хороший, вот есть просто, по сути, ты в лес кого угодно пикнуть можешь, но одни в лесу лучше стоят, а другие хуже, да, вот чем смысл. То есть Гекарим, он прям радует, вот что, ну, вполне так стоит. Видите, вампиризм от вэшки прям очень мне нравится, хороший. Мне бы сейчас синий баф забрать, и отлично, потому что что-то мана у меня съедается прям. Отлично, мы ФБ проебали, ну ладно. Давай вешечку еще, да, синий баф мне нужен. А, черт, я же без кары, ну ладно, без кары тоже справлюсь. Заметьте, еще ни одной хилки не проюзал, то есть у меня прям с вешки отхил такой идет. Это хорошо. Да, без кары плохо, видите, и мана уже все. Да подожди. Окей, давай. Правда, мне нечем во врага впиться. У меня рывка нету пока, ну окей. Давай. На флеш развел, пацаны, на флеш развел. На флеш развел его. Окей. А, черт, надо было синий, ой, красный баф эти забирать. Ну хрен с ним. Кстати, у врага лесник Шако. Блин, ну Шако это такой лесник, нормальный, кстати. Ну ладно. Может быть опасным, Шако. Ну ладно. Пойдем еще, красный баф заберем. Мне ульта нужна, понимаете, лесник, я вот когда за лесника играю, я, как правило, 6 уровня гангать начинаю, потому что, ну, мне не имеет смысла, видите, от меня враги просто убегать будут, то есть мне не имеет смысла, все, Тиму ушел, это хорошо, убили Тиму, вот, то есть мне до 6 уровня, ну, не имеет смысла просто, да, гангать. Потому что просто враг убежит от меня. А ну-ка. Давай еще вот тут пофармим. Ох, только я начал говорить, хвалить, что он отхиливает, и все. Перестал отхиливать.
А, черт. Фу, бля, успел, чуть не сдох. Ладно, окей, идем дальше. Так, Ешка, я забыл, что там Ешка. В течение 4 секунд Карим ускоряется. Я понял, короче, Ешка и ульта нам, чтобы догонять. Клинок преследователя. А, нет, вернуть. И ботинок. Уху-ху-ху-ху. Опасно, блядь, опасно. Надо было меня подождать, пока я приду. Не забывайте, у вас сила атаки увеличивается от скорости. А что у нас на скорость? Блин, надо... Надо ведь на скорость тогда что-то покупать желательно. Блин, ну у меня ульты нет. У меня ульта нет, что я буду делать? Не, я как бы могу влететь. Ну окей, давай, давай, давай. Опа-на. Давай, давай. На, нахуй, готов. Ну хотя бы Тарика забрали. Не, я не мог Джинкса забрать. На самом деле, да, я не мог. Я потому и ушел. Блин, у меня ульта нет. Чего они от меня требуют? У меня ульта нет. Чего я без ульта сделаю? Я вот этого понять не могу. Ну похуй, давай. Похуй, окей. На, нахуй, красиво влетел. Не убью, не... На, готов, все-таки до последнего, до конца. У них Шако слабый. На самом деле Шако может лучше играть. Видите, как хорошо я обводочку сделал, вот тут кругом пробежал. Шаку он мощный. Мне кажется, Шаку мощнее Гикарима. У них просто Шаку какой-то такой, не очень. Мог бы и получше играть. Я думаю. Прям хорошо сейчас сыграл. Плюс Кара мне помогла, она наносит урон и замедляет врага. Есть ульт, все, теперь можно... Так. Вот теперь можно творить дела, в принципе. Все, могу на мид прийти. И что-нибудь сделать. Ой, ты... Тварь, а засал. Иди... Ты, сука, еб... Ах... Блядь, дешевка ебаная. Ну окей, окей. Он че охуеет. Я по КД буду к бренду приходить, он теперь охуеет. Вот сука. Вот сука, вот просто так бесит вот эта хуйня. Ну ладно, ладно. Мразь ебаная. Просто вот бесит, имбу пикнул. Вот этот бренд, это же имба, да? Этот даун, он просто чисто имбу пикнул и все. Охуеть. Просто ни о чем. Еще и отфлешнулся от меня даун. Просто так бесит вот такие дауны на типа вот этого бренда. Просто нули наебаны. Просто из-под вышки, из-под... Бля, этот Шаку даун еще поставил эту хуйню свою. На, нахуй, ты кто, блядь? Давай, давай, месим, месим. Давай, давай, ох, нормально. GG, хорошо сыграно. Хорошо. Жалко, я ульту просрал. Так, отлично. Можно пойти во вражеский лес пофармить. Хорошо бы еще вард сюда поставить, но у меня варда нет. Эх, черт, во вражеском лесу опасно фармить без леденящей кары. Ну ладно. Сейчас надо еще этого... Как его валить? А ну-ка, вард сейчас... Вард сюда. Надо валить бренда по КД, кстати. Эх, черт, мне бы синий баф еще взять, потому что маны не хватает на самом деле. Давай еще вот тут пофармим.
и пойду синий баф брать. Как раз у меня кара отрегенится. Ну, нормальный такой дамаг у меня уже. Так, синий баф. Текущее увеличение силы атаки 5. Ну, пока что, да, всего лишь 5. Ну да, видимо, от скорости передвижения особо не настакаешь ее. Ах ты, сука, шаку, блядь, антислесарит у меня в лесу тут. Давай, давай, вали его. О, красава, нормально. Давай. Ох ты, ой ты, сука, ой ты, сука, ебаная. Вот козел ебаный. Заметьте. Ты с... Ну, видите, как обычно и бывает. Вначале убьешь врагов, а потом... А потом начинаешь, как бы, ну, дохнуть, да? То есть, вот как обычно, начал за здравие, окончаем за упокой, видите? То есть, как обычно... Вроде все хорошо начиналось, а теперь, видите, Шаку меня убил. Ну, Шаку это очень мощный, как я сказал, он мощнее Гекарима, потому, видите. По идее, мне надо по КД на мид приходить. Потому что враг за то, что меня убил, Шаку и Брент, они должны в тройном размере за меня ответить. То есть, они меня убили, и теперь 3 раза сдохнуть должны каждый из них, вот. На нахуй. Смотрите, убежать от меня хочет Джинкс. Ну, ей это не удастся, само собой, и готово. Зря она вообще бежала даже от меня. Дракона, давайте дракона, окей. Окей, правда, у меня кары пока нет, но она успеет отрегениться, наверное. Сука, вражеский Брент бегает. Есть, есть, есть. Давайте, охуенно, Брента загасили, хорошо. Я доволен. А мне ведь все-таки... Давайте Шаку гасите, его нельзя... Если Шаку будет расфармленный, то это все пиздец. Его нельзя расфармливать. На, нахуй. Да стой ты, сука. Убейте, убейте, убейте его. Главное, что мы Шаку отомстили за меня. Отлично. Это самое главное, что Шаку убили. Хорошо. Синего... О, синий баф есть, да, у врага, а ну... Вот это мне очень нравится, для лесника удобно, то, что вот наверху указывается, где кто. О, отлично. Ну окей, давайте, меня просят пацаны Джинкс убить сначала. Окей, давайте Джинкс сначала заберем. Надеюсь, мне маны на это хватит. Давайте, давайте, сейчас. Отлично, отлично. Давайте хотя бы... Ты с... Бей, 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 бей... Ой, блядь, зафейлили все на... О... Джинкс не убьем, хотя бы Тарика заберем. Потому что, как говорится, она без рыбы и рак рыба. Хотя бы так. Опа-на. Вот, сука, я только синий баф хотел забрать. А тут Шаку за... Он что, реально надеется меня убить, интересно? Ща умру, умру, умру. Дефай. Охуенно, блядь. Спасибо, пацаны, нахуй. Задефали меня охуенно. Бля, пиздец. Охуенно, пацан, блядь. Я понадеялся на команду. Ну ладно, окей. Хорошо, что Шаку убили. Я что-то на команду понадеялся. Подумал, сейчас заебись, союзники прибегут. Помогут что-то сделать. Помогли, ёпт. Ну ладно, нормально, нормально.
Мне призрачный, мне советуют тройственный союз. Ну. Ну окей, окей, тройственный союз это в принципе такой артефакт, потому что у меня, видите, у меня и физы, и магический дамаг. Окей, куплю, куплю. И скорость передвижения увеличится. Окей, куплю, куплю, потом буду ему покупать. Можно ледяное сердце потом после Йому купить. На самом деле. Тоже подтанковывать, чтобы... Так, по идее, у меня все бафы есть. Надо пойти собрать. У Шако 3-2-2 счет. У меня 3-3-6. Ну. Так. И синий баф мне еще. Опа-на. Можно Шако прийти забрать. И если... Хотя я не успею, но можно прийти Шаку. Интересно, меня Шаку видит сейчас, нет? А ну, а ну, а ну. Шаку нахуй. Вы видели просто, потому что меньше вот надо понтоваться, заходить под... Видите, а Брент в страхе убежал от меня, ну и правильно. Потому что меньше надо под вражескую вышку заходить. Шаку, наверное, возомнил себя бессмертным каким-то. Давай, не буду даже кару тратить, отлично. Давай, иду на мид. Ой, иду на топ. Ой, что-то ФП, что-то у меня ФПС проседать начал, к чему бы это. Ах ты тварь. Нан, готов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально ушел. От меня хер убежишь. А когда клинок Йому будет, то вообще хер убежишь. Короче. Такая фигня. Да, люблю что-то в лесу. И раньше я АД-бот только стоял все время. А что-то мне вот нравится в последнее время вот в лесу стоять уже очень часто. Я либо мид, либо лес. Я уже очень мало на самом деле. А АД стою на боте. С вешки прям отхил идет, мне нравится. Отлично. Вообще хороший врывной персонаж, мне вот нравится. Гекарим, да, очень хорошо им врываться с ешки, с ульты. То есть у врага маленькие шансы убежать от меня. Потому что ешка плюс ульт дает мне на самом деле адское ускорение. На самом деле. Этот засал от меня Шаку съебался аж. Ой-ой-ой-ой. Не, вот тут опасно, вот тут. Ой-ой-ой, опасно, опасно. Давай, 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 идем. Ой, все-все, я ухожу. Давайте, давайте, я синициировал, ебашь их. Нормально я на себя забайтил на самом деле. Да ой, союзник убит. А ну давайте. Да ладно. Охеренно вообще. Что-то... Вы не очень. Что-то моя тима мне не помогает. Я так синициировал хорошо. А моя тима что-то, ну как-то... Не помогла мне никак. Ну ладно, окей. Ладно. Ну ладно, окей. Пушить надо, пушить. Ух-ух-ух, пиздец, нам вышки проносят. На все, время пушить уже. Давайте Джинкс ебашим. Нельзя позволить Джинкс расфармиться, потому что... Нан вообще минусанул нахуй. Готово. Окей, идем. Кстати, у врага ни одного дракона нет. Окей, пойдем заберем дракона. Окей. А ну-ка, кто тут? Кто тут? Тарик бегает. А облачный... Блять, облачный дракон. Ну давайте заберем быстрее, пока враг не пришел. У меня как раз кара есть. На 680 урона. Есть.
Итого плюс 15% к скорости передвижения вне боя. И каждый восстанавливает 4% от недостающего запаса всего. О, да. Давай. Есть, на нахуй. Вот тварь. Давайте бренда гасите. Готов, нахуй. Вообще, надежды даже у бренда не было, по сути. На, дабл килл. У меня да... Вы чё, ебану? В смысле, а почему у меня дабл килл? У меня сейчас... Как враг сделал дабл килл? Это у меня сейчас дабл килл самый настоящий был. Не, типа, не засчитали мне или чё? Ну, охренеть вообще. Ну, ладно, окей. Окей. Вообще, видите, как я сказал, очень хороший вообще. То есть, у врага маленькие шансы от меня убежать, по сути. Ешка плюс ульта. Плюс клинок Йому, наверное. Я вот не уверен, нужно ли мне клинок Йому уже собирать. Потому что, по сути, я и так вполне могу догнать. Сейчас главное пушить, потому что убивать это хорошо, но цель этой игры не в этом. А, все, я уже там не помогу никак. Пушить, надо пушить. Я смотрю, я не знаю, что-то не особо пушит. По-моему, они не барона сейчас забирать будут. А ну. Вот вообще нихуя не боятся, смотрите. Просто во вражеском лесу такие беспалевные, типа. Давай, давай, загасим. Готов. Тимо тоже. Тимо гасим. Или... Бренда, похуй на Тиму. Бренда гасим. Отлично, есть. Ой, все, вот ты, бля, меня вообще бесят такие мрази, вот Тима мразь нахуй вообще, просто гасите его по КД, блядь, гасите. Гасите, заебись, не захотели меня за меня отомстить, ну ладно, нет, я не буду покупать клинок Йому, я передумал, давайте ледяное сердце, потому что у них скорость атаки у всех, да? У Тима, у Джинкс, у Шаку, у них же скорость атаки. Вот надо их гасить как-то. Ледяное сердце. Один из новых артефактов, кстати. Потом Зев Малмартиуса, наверное. Можно... 26-25. Почти враг догнал нас по убийствам. Ну, пушить надо. Пушить надо. Просто надо сейчас пушить лайн, потому что... Ты чё этот нахуй, Шаку или как тебя? Тут тварь осыкливая. Бля, как меня бесят такие типы ебаные. Отступал, потом бренда увидел. Бля, даун ебаный. Просто бесят такие типы вот на типа Шаку. Не могут, блядь, нормально драться. Ой, шлюхи. А я не знал, что их там двое, честно, я думал... Мы сейчас прижмем. А, ну тут ГГ, в принципе, тут сдаваться можно. Да, ну видите, тут по сути уже играть смысла нет. Ну, в принципе, тут минус 5 сделать и пропушить можно. Просто вот если вместе всем собраться, минус 5 сделать и все, и можно пушить. На самом деле. А у меня даже рейнджового дамага нету, видите, я не могу на расстоянии дамажить никак. В чем проблема? Вот в этом как раз. Минус Гикарима, то что никакого, ну, рейнджового дамага. У меня такое ощущение, что наш мидер просто слил мид, вот какое-то у меня. Подозрение такое смутное закралось.
Бля, меня Тимо бесит со своими нуба-грибами, вот на самом деле. Ебаными. Да. Ну чё, не вечно ж выигрывать, правильно? За это, проголосую сдаться, может сдадутся, они не хотят сдаваться. Ну ладно, играем тогда. Интересно, у них тут варды стоят у врагов. Давайте сделаем что-нибудь, я не знаю. Интересно, кто-нибудь собирается дамажить там что-то, нет? На нахуй, видели, как я влетел просто мастерски? Вот так и должен играть Викарим, видите, как я сейчас... А, ну бренд, имба, все ясно. Все ясно, все ясно. Ну да, по сути, тут сдаваться можно, как бы. Не знаю, я со своей стороны не вижу ошибок. Я хрен знает. В нашей тиме только два человека. А, я и Киндред. Точнее, Калиста. Мы вот больше всех надамажили. На самом деле, я со своей стороны особо ошибок не вижу. Ну, да я хер даже знает, что мы тут в честь чего проиграли. Не знаю, вроде я вот нормально врывы делаю, все как надо. Охренеть, чья меня саппорт убьет, Тарик? Пиздос. Пиздос у меня тима, блядь. Меня чуть саппорт не убил, ебать вы... Пиздец. Меня чуть сап не убил. Пиздос. Да. Ладно, ладно. Аху... Блядь, они дракона убили, да? Ну да. Угу. Да, блин. Стоит, блядь, перед лицом врагов на базу тпшится, пиздец. Да. Я выхлоп смерть. Угу. Угу. Ой-ой-ой. А, в принципе, могу ворваться, если это вообще какой-то смысл имеет. Не, пока никакого. Но мог бы ворваться, если чё, по сути. Просто я не вижу поддержки у своей тимы. Я, конечно, могу ворваться, но будет ли какой смысл от этого? Если я ворвусь сейчас у них. На нахуй. Давай, 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 давай. Пиздите их, пиздите. Все, я ухожу. Да, я ушел. Да сдавайтесь. Пиздец. Блять. ПСДЦ. Просто, ну и какой смысл от моей тимы, да, если она просто так слила. Ну ладно, ну как-то так, ну луз, ну бывает луз, ладно, бывает.